К началу нового учебного года все школы района подошли со стопроцентной готовностью. И сами школы, и территории вокруг приведены в порядок. Можно начинать процесс обучения. Также заранее озаботились и такими актуальными вопросами, как, например, доставка детей в школы, которые находятся не рядом с домом. О решении этой проблемы в своем интервью телеканалу «Видное ТВ» нам рассказал первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков. Много было уделено внимания вопросам безопасности на территории объектов, в том числе у нас есть и школы, где осуществляется перевозка детей и отдать должное здесь и Министерству образования Московской области, и правительству. К нам поступило в этом году два новых автобуса для перевозки детей. Это в Молоковскую школу мы добавили, и, соответственно, на территории горки Ленинских мы будем возить в Калиновскую школу, в том числе детей с территории горок Ленинских у нас. 235 детишек учатся на территории, вернее, имеющей регистрацию территории горок Ленинских. В этом году у нас 32 первоклассника, которые будут посещать у нас три школы. Это 8 в Калиновскую, 2, соответственно, в совхоза имени Ленина, остальные у нас в 11 школу. Вы знаете, что у нас была закрыта Горкинская школа, и мы продолжаем осуществлять доставку детей в 11 школу, всегда это будем делать пока не закончится капитальный ремонт существующей федеральной школы, по той информации, которая нам говорит Министерство просвещения Российской Федерации, соответственно, в 2021 году они планируют уже принять детей туда. Но мы тоже не стоим на месте. И на территории городского поселения горки Ленинский на сегодняшний день также строится школа на 400 мест с дошкольным отделением, которое мы планируем открыть в следующем году уже. У нас также на территории поселка Петровского определенный участок, где мы тоже хотим еще одну школу построить на 850 мест. И в микрорайоне Купельника в следующем году начинаем строить школу на 1100 мест. То есть основной наш посыл в части того, что мы делаем акцент для образования, он остается приоритетом на территории нашего Ленинского округа.